Неожиданный подарок ко дню пожилого человека сделали жительницы села Суэрка Упоровского района. Местные жители поставили новый палисадник у дома Натальи Трифоновны Ипатовой. Она в селе один из самых уважаемых людей. Всю жизнь проработала в родильном отделении местной больницы. Каждый житель Суэрки и прилежащих деревень появился на свет с помощью Ипатовой. Достаточно было бросить клич, и в считанные часы подарок был сделан. Набежали все сразу, кто ямку копает, кто столбики вставляет, кто эти рейки, и они друг за дружкой, прямо как муравьи. Я говорю, Господи, Господь мне что ли всех привел? И за два часа вот какая красота появилась.